просто так, бумаг такие материаются. Давид, вставай рядом с той стороны, вставай с той стороны. Сейчас. Быстрее, быстрее, быстрее. Да. Зачем? Вставай, сейчас вместе будем ловить. Я? Да, мы вместе будем ловить. Раз, два, три. Вставай с этой стороны. Деревянец, понял? Подставку делай, понял? Подставки делай, не попробуй, не вздумай. Ближе вставайте. Подставы — это значит убрать руку, чтобы он упал. Подводить, подставить, подвязать. Выталкивать прямо в губы. Да, да, да. Можно так держаться. Нет, стоп, 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 стоп. Тихо. Стоп, соберись. Соберись, давай. Соберись. Иди на маленький. Ему-то на высокую хочется. Я боюсь. Давайте я с вами. Сейчас, маленький на маленький. Раз. Два, три, еще давай. Три. Опа. Это не делай. Тихо, тихо, тихо. Давай, не страшно. Давай нормально. Хотите испытание, парни, иди сюда, секунду. Смотри, так, погоди. Смотри, смотри, спиной. Стоп. Черт, падай на спину, падай, падай. А, это я знаю, я так слабо. Пойдем. Оставь. Прямо спину прямую. Падай. Сгибайся, Лука, пойдем. Стоп, сейчас Лука сделай. Не-не-не. Знаешь, какая подстава может быть? Убрать руки, человек может умазать обгитом. Я вижу подставу. Жестко и страшно. Давай. Напрягись спокойно. Раз, два, три, падай. Смотри на меня. Посмотри на меня. Ты мне доверяешь? Нет. И говори, а зачем? Если вы здесь не сюда приходите, вы как минимум должны доверять мне. Давай. Еще нет-то. Раз. Молодец. Согнулся. Ура, молодец. Давайте, с высокого не надо, маленький, пробуйте. Его, давай, ну, просто нормально. Лука, считай, командуй сам, счет. Выше. Оп, поймали, молодцы, молодцы. Попробуйте, да, мячиком вдвоем поймать, потом лапой вдвоем поймать. Попробуйте, да, можно прям затруднить, накачающийся. Вот это, которое, тихо-тихо, Дима, только не кувыркнись вперед. Ноги врозь, это полегче будет, конечно. А то вы как будто бы не знали. Оно легче? Ну, конечно, ты разводишь ноги намного проще. Ты... длину тела меняешь, общую длину тела, оно также сохранется, просто ноги разводя, как бы отцентровываешь себя. Стойка на руках легче на ног, когда ноги разведенные в стороны. Вы как бы балансировочка идет. Че, мы все время про это разговариваем, вы забываете. Не, про стойку я знаю. И такая же, это же такая стойка на руках, только упор локтями в пузо. Жесткобит. Чё? Взгляд вперед, Дима. Носочки натяни. Давай, 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 давай. И теперь отжать. Бах!
в горизонт отжать. А? Ну погоди, всему свое время. А, Егор, да, руки чуть пошире, да. И спокойно. Пресс напряги. Ножки поднимай, в сторону разведи ноги. В сторону разведи, проще будет. Для этого надо качельки делать на полу. Голова, голова, ноги. Головой упрись в пол. Егор, упрись головой в пол. Лбом прям в пол упрись, не бойся. Егор, упрись лбом в пол. Ноги поднимай. Разведи ноги в сторону. Разведи в сторону, поднимай. Все, держи. Да, 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 держи, держи. Ты потихонечку так доведешь до нужного уровня. Носки, 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 Дима, носки. Высоко сразу не лезь. Не лезь высоко, не лезь высоко. Носки, ноги выпрями. Нет, тема нормальная, но просто было бы красиво, если бы ты вышел в уголок такой, а потом потихонечку поднял ножку. А это не умею. Так ты, вот, давай. Вот, держи. Носки, его, вот, терпи. Все получится, парни, вам просто надо перетерпеть чуть-чуть. Русский жим есть, да, когда на локте и в отжимании, да, это называется русский жим. Здесь можно ногами себе помочь чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо. Вот, если вы сейчас ноги поставите на пол, то чуть-чуть носочками можно подтолкнуть себя. Научитесь упрощать и потом затруднять. Я на высоких делаю. Правильно, хорошо делаешь. Техника в исполнении. Давай. Одно дело, когда рывком, а другое дело, когда ты силовой делаешь действие, именно силой. Давай! Без кача и без рывка, просто силой давай. Силой. Оп! Давай, Димарик. Напряжение в теле, пошел. Оп! Вот рывочек добавляете, вот если вообще четко без рывка делали, без раскачки. Но опять, надо делать, 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 и будет потом все зашибачински. Вам даже Соловьевым подпевают. Дамир, Марк, не рискуйте его здоровьем, если вы не знаете точно, получится. Не рискуйте его здоровьем, если вы не знаете точно, получится или нет, я вас прошу. Не надо. Вот это зря, не надо. Вы хотя бы его попробовали поднять вверх. Пусть он попробует на прямой спине. Ноги, Димарик, ноги, ноги, носочки, ноги. Носочки, молодец, терпи. Ну, во-во-во-во-во, молодец. Я вообще завалила. Ты видел, меня там направо, бог завалило. Ну, повело, да, немного, повело. Раз, два, три. Пошел. Три. Тихо, тихо, голову вперед. Тихо! Нормально, да, знаешь почему? Ты потерял движение руками и голову завалил слишком назад. Нормально все? Да. Блин, трюк, да, получился? Красивый трюк. Опасный, правда. Все, вас Джеки Чан себе возьмет кино сниматься. Постоянно какие-то снимать. Я тоже не видел. Не-не-не, людям нравятся всякие такие эти падения и всякая движуха. И кто выполняет тоже это нравится, и кто смотрит.
Парни, хорош, хорош, опасно, не надо, пожалуйста. Дамир, опасно, блин, не надо. Вы лучше поборитесь с Марком, лучше поборитесь. Марк немножко почувствует силу, а то все время он Луку обижает, он все время. Парни, Егор, Марк, Дамир, Лука, Диман, скоро областные соревнования, саратовские, еще раз напоминаю. Когда? Летом? Да, вот сейчас это будет 20 числа июня. Ну, я летом не знаю. Ты уезжаешь куда-нибудь? Да. Далеко? Да. На отдыхать? Я понял. Егорыч, областные соревнования. Просто заявиться, попробовать надо, попробовать. Вы домой что ли же? Да время еще рано, 19.26, 19.20. Че рано так? Мозоли горят. Устали? Да. Егор, давайте, собирайте штангу, все. Застегивать не надо, просто собрать. И матики, поролошки из-под маленького турника уберите, там мы сейчас потихоньку все будут собираться. Вы рюкзаки снимите, парни, вам с рюкзаками не удобно. Егор, Диман, рюкзаки скиньте. Дим, Егор, вертушки и цепи, ой, замки оставляете там, блины сложить. Марк, Марк, Дамир, пусть они уберут из-под маленького турника, пусть они уберут. Нет, что разрешаете? Ты помоги им, Марк. Ты что ж домой скоро поедешь? Помогай парням. Помоги, помоги, Марк, помоги. Сейчас, стоп, погоди, 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 погоди. Дамир, помоги ребятам расстелить, пожалуйста. Лука, Лука, Марк, помоги, пожалуйста, парням расстелить, убраться. Блин, мне так не нравится голос повышать, парни, ну хорош. Вам же тоже не нравится, да, когда я повышаю голос? Зачем это? Если вы возьмете за правило, ну как, позанимались, поигрались и вещи на, ну, на место. С детства, знаете, да, поиграл, сынок, поиграл, игрушки убери, пожалуйста, на место. Не, закручивать не надо, вы можете просто сложить и все. Ну, повесили блины. Вертушки и замки оставьте там на этом ламинате. Димарик и Егор, этот, репетируйте мостик. Мостик потом поможет для сальтов и для разных других крутых штук. Чего? Тренируйте мостик. Мостик гимнастический. Прогиб назад. Фляги, сальто, кульбиты пригодится. Че, вы пошли? Ребятня, которая помладше, до свидания, скажите, пожалуйста. До свидания. Молодцы, парни. Когда в следующий раз появитесь? Суббота следующая. Диман, а тебе вообще перед отъездом, тогда я бы советовал бы перед, когда ты поедешь отдыхать, качнуться так, чтобы ты потом куда приехал, четко показал наши волжские... В деревню? Да, у меня там турник. А, ну тем более, тем более. Деревню в Саратовской области? Парни, не надо, не надо там, на маты идите. Дамир, на маты подходите, да. Дамир, стоп, стоп. Дамир, подстрахуй по спину, пусть он встанет на маты. Ты не стоишь? До свидания, ты не стоишь? Пока не стоишь. Не бойся, не бойся, меня держи. Вот теперь
ты можешь держать за наши руки. Делаешь это? Не, надо, вот это, без моего спроса, чтобы больше такого не делали, ясно? Ясно? Это опасно, он мог упасть. Дамир тебе на спину залезет. А ты это не копьюще, пусть лучше Дамир, конечно. И ты попробуй присесть или встать. Парни, иди сюда на секунду, подойди, я тебе скажу. Марк, Лука, иди сюда. Смотрите, какой я покажу один. Покажу один прием, который можно применить для защиты кого-то, например, израненного, помочь Израилю, либо для хулигана, чтобы противодействовать хулигану. Смотри внимательно. Просто дай ручку. Не бойся, нет, не бойся, ничего. Я как старший брат ваш, да, отношусь вам реально. Я к вам отношусь как к сыновьям, как у вас есть отцы, то я отношусь как к младшим братьям. Поэтому я, в отличие от других, не буду ни издеваться, ни наказать могу, чтобы хулиганить. Смотрите внимательно, что подсел, это может как из раненого, либо хулигана, раненого спасти. Да, надо каждому попробовать, и Луке тоже попробовать. Не сбить, а противодействие сделать. Можно сделать такой с хулиганом, если вы делаете вот так. Не бойся, не бойся, не бойся. Тихо. С хулиганом можно сделать так, а с раненым, или, например, кому помощь нужна, тяжело ему идти. Взял, присел, смотрите, как ручку закинул, поднялся. Побежал. Лука, Лука, сейчас мы добежим, терпи, братан. Все, попробуй каждый друг друга поднять. Все, каждый друг друга, пожалуйста, попробуй. А что, Лука, сначала Марка попробуй. Марк, полегче? Так, не бросай. Понял? На матике его давай, на матике. Алло. Сергей Сергеевич, здравия, я в зале, да. Ну, я, наверное, в зале буду часов до 9. Все, лады. Ты на такси не будешь двигаться? По городу. Все, добро. Все, Серый, до встречи. А, все, я понял. Добро, да, тебе от всех привет, но уже половина, правда, разошлась, это тяжеловато пришлось. Это, в дороге аккуратнее, и все, до встречи. Марк, присядь ниже, Марк, да, Лука. Лука, ты повыше, оп, встал. Тихо, не переваливай. Стой, Лука, не дергайся, Лука, не дергайся, Лука. А, я вам сейчас объясню. Тихо, Лука. Вы мне показывали, да. Вы специально забили? Нет, смотри, как Лука. Марк, погоди. Смотрите, Дамир, смотри, Дамир, тихо. Посмотрите на меня. Если, например, мы рассматриваем как помощь кому-то, да? Вот человеку присядь здесь, просто садись. Допустим, ему тяжело встать. Ну, тяжело просто. Не будешь тебе тоже тяжело. Как это делается? Смотрите, беру за ручку, аккуратненько поднимаю. Вот так его. Подтягиваю, ему тяжело. Сам приседаю, он на мне висит просто. Поднялся. Если это хулиган, то без достаточно просто чуркайся, хорошо. Прихватить, па-па-пам, он начинает драться, задает что-то там, всякое. Хоп! И раскрутить его. Зачем? И вот так. Мне привычно, потому что нам на айкидо. Ну да, да, да. Элементы показывал, и он такой. Все, парни, просто учитесь. Я знаю, как вы сами. Я терпеливаю. Арка опасна. Вот. Марк, попробуй. Лука. Марк, завались на него прям. Лука. Когда я обращаюсь, внимание. Встань. Поворачиваешься, смотри как. Вот эта рука, смотри на меня. Я к нему каким плечом повернулся? Левое плечо. Левое. Его левая рука, смотри внимательно. Через шею.
шеи, он лицом назад. Не вот так, а вот так. Он лицом повернут назад, он на мне лежит. И животом. Да, попить умыться в туалет. Не хулиганьте, пожалуйста. Не надо хулиганить. Хулиган хочет. Тихо, 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 тихо. Поделись с братом водой, не выдохлёк много. Ну где папа? Он же сказал, он с мамой поехал за магазин, как он мне сказал. Не тримари, Марк, не тримари его, пусть они спокойно. Тем более, если батя за рулем. Ну не надо, это отвлечь. Маме лучше позвони, не надо. Если батя за... Батя за рулем? Мама, наверное, телефон дома. За рулем папа? Не знаю. Не отвлекай его. Лука, не пей много. Алло, пап, ты занят? Я сделаю два глоточка. Молодец, что? Много не пей. Я сделаю два глоточка. Молодец. Папа, ты видишь за мной вообще или нет? На улице вообще тепло. Как? Вообще не холодно. На улице лето скоро, да, уже практически? Летнее лето. Лука, руки пойдешь мыть, орешки будешь кушать? Иди, руки мой, иди, руки мой. У меня чешты. Нет, ты руки помой и Дамиру скажи, чтобы помыл руки. Иди. А какие? Ну иди, руки помой. Хочу я орешки не стал есть. Ты не будешь орешки есть? Не орешки, а еще которые я не стал есть. Ну поешь, что ты переживаешь. Не, больше его. Можно я пойду вниз, себе что-нибудь поесть куплю? А тебе родители разрешили? Нет. Но я не спрашиваю. Спроси, пожалуйста. Зачем? Стой, успокойся, потому что там химоза продается, брат. Там там химия продается. Там пластмасса, там пластик, который для еды как бы сделан. Просто сам хочу это. Такая же химоза. Ну, не, стой. Тебе деньги кто выделяет? Родители? Все-таки лучше, ну, в каком-то возрасте отчитываться. Скажи, папа, мам, я куплю себе круассан. И все, ты можешь это перед фактом поставить. А мне можно? Ну и брата сказать, брат. А у него нет денег с собой. А что, ты с ним не поделиться не хочешь? Ну хотя бы купи один круассанчик, раздели на двоих. Ну, нет, у меня есть свои деньги. Вот ты жалко. Тебе жалко, что ли, тебе? Ну, да хорош, ты чё? Это а твой брат, Марк, Марк, ну пожалуйста, я тебя прошу. Лука, что? Успокойся. Я играюсь. Марк, ну пожалуйста, ну, убери свою злобу к брату. Хорош, пожалуйста, я тебя по-братски прошу. Он со мной ни разу уже. Ну и пусть, ну и пусть. Конечно. Да, конечно. Стой, тихо, жвачку тихо, давал тихо. По 8 ваш. Видишь, он вспоминает про жвачки, ну и пусть. Пожалуйста, поверь, это в жизни пригодится. Представляешь, если у тебя твои родятся два сына у тебя, один старший, один младший. И будет один сын другого обижать, а ты как батя будешь их мирить. И он, как твой брат, он дядя им будет, он их будет мирить. Вы будете себя вспоминать. А не дай бог во взрослой жизни перенести эту ненависть или злобу друг к другу, не надо. Поверь, братан, лучше это сейчас исправить. Позвони папе, скажи, пап, я пойду круассан куплю себе и Марку, и Луке. И знаешь, как батя радостно будет? У меня есть с собой деньги. Стой, брат у тебя старший есть, он решает и за твои деньги, и за другие. И папе скажи, пап, я куплю круассан, поделюсь с Лукой, или я куплю два круассана. Он сейчас машину моет, я просто позвоню, или что-то какую-нибудь фигню вякать. Почему фигня вякать? Это не фигня и не вякать. Ты до этого фигню вякал, как ты говоришь, когда говорил, ну когда ты за мной приедешь. А сказать, что ты купишь себе и брату покушать, это не фигня. Это наоборот хороший очень показатель. Ну, он знает то, что я могу себе пойти купить и поесть. Что захочу. Ну я понял. Я понял. Сам решай. Я тебе сказал именно мнение взрослого мужчины, как бы я поступил. А ты сам решай. И ты покажешь свою взрослость или детскость, покажешь свою, или глупость, или разумность. Если ты научишься поступать как взрослый сейчас мужчина, ты заслужишь уважение у старших. Особенно уважение у отца, и у дедушки, и у матушки, или у бабульки. Уважать не просто уважать, как какой-то там ребятеночек, а уважать прям по-мужски. То есть как взрослый, да, ты мужчина. Сам решай, дело твое. Ваши средства, ваши разборки, ваши средства. Сам возьми брата с собой, заодно он руки помоет, он орешки поест. Лука, иди руки помоешь. У Марки ничего не выпрашивай, не захочет угостить, не захочет, не угостит, ладно? Стоп, а деньги надо все брать? А зачем тебе деньги? Ты себе купить хочешь что-то? Я давай. Ну если тебе хватит средств купить что-то, ну возьми, конечно, с собой, если тебе хватит. Мам, сколько он стоит? Круассан, я не знаю. Не надо тратить деньги.
тебя всего 800 рублей. Ну, если ты с ним поделишься, это хорошо будет. Кто сказал тебе? У меня там 70 с чем-то. 70. Если хочет купить, пусть купит. Если ты не хочешь с ним делиться, пусть купит себе. Он же тоже кушать хочет. Нет, просто папа на что-нибудь. Я с ним поделюсь. Если ты поделишься, Лука, иди мой руки в любом случае. Марк, тоже тебе руки надо помыть. И, пожалуйста, не злись на брата, а делиться. Я же с вами делюсь. Я же делюсь с вами по-братски. Не обзывайся, не надо. Он очень разумный парень, и ты очень разумный парень. Пожалуйста, не обзывайся. Это бывает, он ребенок еще. Он ребенок. Он ребенок. Ну и чё? Это просто ребенок, ты не забывай. Так, 20 мая.